дом, где жили дядь Коля, тетя Нина, Таня, Ирина. Это дом с наружной стороны. Сейчас здесь магазины, Китаблар, адвокатская контора Билайн. Даже помнят тетю Нину, дядь Колю, помнят еще здесь. Сейчас зайдем во двор. Пытаюсь обойти дом. Обходим дом, заходим во двор. Это уже двор. Двор 94-го дома. По-моему, третий подъезд был у них, или средний подъезд, если память не изменяет. Вот здесь жили они. Да, 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 вот здесь вот. Сейчас здесь Умар уже нашел, показывает. Это подъезд, куда Умар заходит. А это вот окна, где жила, где жили раньше мои близкие сестренки с дядькой, с теткой. Вот здесь был палисадничек. Где дядь Коля делал шашлык, вот этот палисадник, он и есть. Я его хорошо помню.